Приветствую вас, меня зовут Лилия, и сегодня я вам хочу показать, как подготовить новогодний подарок своими руками для друзей. Нужно взять конверт, можно его купить на почте, подготовить открытку из хорошей бумаги акварельной и сделать ее по размеру, чтобы она вмещалась в конверт, чтобы потом не было такое, что вы нарисовали открытку, а она вам в конверт не входит. Мы готовим краски. Я уже заранее, у меня есть специальный такой спрей, и я заранее краски увлажняю, то есть таким вот образом, чтобы они были влажные и готовы к работе. Пока я буду делать набросок, краски как раз размякнут. И нам нужны будут кисти. У меня вот подготовлены кисти разного формата, и, возможно, пригодится лайнер, ну, может быть, даже тушь. Ну, скорее всего, лайнером быстрее будет. То есть мы готовы к работе. Конечно же, нам потребуются еще салфетки бумажные. И после этого мы делаем на бумаге набросок. То есть что вы хотите изобразить? Ну, я хочу сделать что-нибудь простое и в то же время интересное. Можно, например, нарисовать веночек такой, то есть сделать круг. То есть мы делаем набросок круга. И где-нибудь здесь распределяем такие вот ягодки по 3 штуки. Набросок мы делаем, не слишком надавливая на карандаш, чтобы его легко можно было потом удалить. Ну так, 5 кучек ягодок. А вот тут у нас будут елочки. То есть елочка может сюда разойтись в сторону. То есть это мы прорисуем уже красками. Не будем слишком заострять на это внимание. Ну и чтобы картинка не была пустой, так как у нас здесь даже, может быть, это будут не ягодки, а пусть шарики будут такие елочные. И вот здесь сбоку можно прорисовать еще один шар большой, как будто он откатился на сторону. И он будет делать картинку такую завершенную. Сделаем его яркий и красивый. А внутри мы напишем потом надпись «С Новым годом». То есть вот такая будет простая, интересная работа. И сейчас я вам покажу, каким образом быстро ее выполнять.